Позвольте вас поприветствовать в Петербурге. Мы с вами встречались в рамках предыдущего форума, и потом в октябре, по-моему, вы были тоже здесь же, в Питере. Была очень хорошая обстоятельная беседа. Очень рад вас приветствовать на этот раз на Петербургском международном экономическом форуме. Мы сейчас посетили ваш павильон, замечательный павильон, который говорит о перспективах развития отношений между нашими странами в экономической сфере и о возможностях Эмиратов по этому направлению. Я знаю, что экономика Эмиратов, социальные сферы под вашим руководством развиваются очень активно. И в этом смысле для нас Эмираты, конечно, очень хороший и комфортный партнер. И отношения между Россией и Эмиратами развиваются весьма успешно.